я разочарован. В чем? Да ни в чем. Не понять из-за чего вам. Рассказ прекращен. Да просто грустно и уже долго. И бороться с этим чувством не вижу толка. Что проблемы так велики, аж прям в горе ты. Взгляни вокруг, сотни тысяч людей в городе. Кругом тысячи городов во все стороны. Страна среди сотен стран Земли встроена. Землю несет среди планет по траектории. Вокруг солнца этой искры, которую в сиянии космоса и видно-то не станет. А космос — это лишь одна из версий мирозданий. И никаких не может быть проблем у тебя, парень. Все это вымысел, все это между полушарий. Проблему выдумал и сможешь просто все исправить. Знаешь, за тебя болеет этот планетарий. Ведь ты чемпион мира, чемпион своего внутреннего мира. 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 Ты чемпион мира, ты чемпион мира. Я устал, не вижу выхода, не вижу края. Все прошло, что мною двигало, перегораю. Не начну все заново, не переиграю. Мысли мои заняло, жить ли за этой гранью. Дружище, если подумать шире об этом прямом включении, этом прямом эфире, в котором ты живешь и имеешь ощущение, то ясно совершенно, это что-то волшебное. Прямой эфир твой не выдуман тобой, не сделан родителями, не создан толпой. Он вытек из бесчетных случаев в бескрайнем прошлом. Твое со вселенной начало одно и то же. Твои печали — это все вымысел киношный. Безвыходности не бывает, преграды ложны. Эй, хорош, ну давай, ну что ж ты, в любой миг жизнь изменять к лучшему можно, ведь ты чемпион мира, чемпион.